записываем домашнее задание. 287 упражнение, 289 и 300. Вот это назадавали. У меня уже в строчке не помещается. Написать маленькое сочинение о своем любимом животном. Котики, котики. Хи-хи-хи-хи. Крокодилы. А также узнаем завтра победителя конкурса костюмов на маскараде. Наконец-то! Наконец-то я получу корону школы! Я что-то волнуюсь. Вероника, мой костюм Минни вне конкуренции. Эй, постой, я побежу. Привет, мам. Привет, девочки. Что покушать? Суп горячий на столе. А что такое суп? Попробуй, это такая вкуснятина с фрикадельками. А почему весь гарнир и мясо плавают в воде? Ешь и не задавай вопросы. Я пошла уроки делать. Завтра весь урок будет награждение, ничего не успеют спросить. Посмотрим. Ну что, вкусно? Очень, очень. Я же говорю и не обманываю. Тут запоминаем, два в уме. Диана, давайте мерить наши костюмы еще раз. Нет, Вероник, я еще не доделала. Вероника, конечно, давай мерить. Сейчас музычку включу. Нету. Юби! У-ху, костюмчики. Кто победит, я побежу. Девочки, ну можно потише, я же занимаюсь. Точно, Диан, а можно мы твой костюм померим? Ответ отрицательный. Спасибо, Диан. Эй, я же сказала нет. Посмотрите на меня, я Диана и обожаю делать уроки. Ой, как смешно, прямо обхохочешься. Всем подъем, сегодня я стану королевой школы. Вероник, ты что? Еще даже будильник не прозвенел. Диана, вставай, скорее в школу! Такого от Вероники я не ожидала. Пока, мам, я в школу! Ты куда? А как же завтрак? Привет, Катюша! Вижу, ты уже готова к награждению. Да, это так волнительно. Конечно, волнительно. Всем ясно, кто победит. Маску сними. Всем добрый день. Начнем с проверки домашнего задания. Как домашнего задания? А результаты конкурса? Это недолго. Отложим на конец урока. Я уже в образе. К доске пойдет. Ангелина Борисовна, давайте сначала наградим победителя конкурса. Если ты так торопишься, прошу к доске. Упс! Можно я? Я очень хочу и все выучила. Ох, хорошо, Дианочка, иди рассказывай. Фух, Дианка, спасибо. Морозы, солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Ой, когда уже награждение? Не очень удобно сидеть на хвостике. Зато за тобой не видно меня почти. Явись! Дианочка молодец! 5! Yes. А теперь самое долгожданное награждение! Ура! Фух, а то совсем было неудобно на хвостике. Переодевайтесь и выходите все к доске. Эй, не отдавите мне хвостик! Приз за самый яркий костюм получает Дианочка. Хо-хо, отличненько. Давайте уже следующую номинацию. В номинации вице-мисс побеждает Катюшенька. Спасибо, спасибо. Мы с хвостиком старались. Объявляйте же мое имя уже. И королевой маскарада становится... становится Ри в костюме королевы пчелки. Юху, победа! Как Ри? А я? Я ведь талант! Вероника, да ты не вешай нос. Так, ну еще. Звание принцессы школы получает Вероника! Я? Иди, иди, тебя награждают. Ура! Ставь лайк и подпишись на наш канал. Subscribe to the Double Bubble Channel. And like this video. Like, like, like!